Leute, das ist so warm! Бля, да она сама как вода, ёбаный в рот. Чисто объем. Не, Аня похудее. Блять, Бойд, ну попозже. Блять, пацан в казино, походу, вообще не играет, нахуй. Как скипнуть, как скипнуть? Тяжела доля отца. Они... Самое смешное, что они еще что-то пиздят, блядь. Это что такое? Птица? You hit the window pretty hard. Бля, сука, тварь живая. Oh, you idiot. У нее большое, у нее большое будущее. Не пойму, а что, стекло в Ламборгини сделано из хуйни какой-то или что? Почему так произошло? Или это что, это BMW 8? А, нет, Ламборгини. Что за бред? Аленушка, ну конечно. Хотя, может быть, потому что она под таким углом? И понимаете, он как, блядь, ни в чем не бывало садится, но это его тачка. Уже как бы, как, ну, ему уже похую, это, в принципе, его тачка. Ну, блядь, он сейчас садится и как ни в чем не бывало уезжает. Но это выглядит, как будто, знаете, он опозорился. Anyway, как оплеванный, блядь. Как она, блядь, закреплена была? Ой, блядь. Блядь. Просто представьте, включаете свет на кухне, и там такой пиздец. И нет предыстории никакой. Драгнекс, привет. Ержан! Still Dre. Он представиться надо, нет? Да, надо. Представьтесь, пожалуйста. Ты дурак, блядь. Тебе необходимо представиться. Ладно.
милый, скажи а. Поебалу Я не понимаю. Фамилия, имя, отчество. А, Зубенко Михаил Петрович. Мафиозник? Вор законный. Где именно? Шумиловский городок. Кличка. Мафиоз. Ай, блядь. А там парень. Are you ready to propose? Oh, Nikki, I'm sorry. Oh my god! What just happened? No, it's touched. Блять, она без лифчика. А, не, она в лифчике. Не шути больше со мной, иначе пизды ты получишь за милую душу. Эмилия! Эмилия! Хули ты орешь, полудурок? Тут я! Дефолты, хули! Как он держится, сука? Я никогда не понимал, как люди держатся. Неужели вот этот врожденный гироскоп он так контролит, даже когда ты пьяный? Ой, блядь. О, мать. И шорты почему-то слетели с него. Как с ним шорты слетели, я ничего не понял.